Представляю участников поединка. Боец в синем углу. Ему 26 лет, рост 172 сантиметра, вес 75 килограмма. Представляет Санкт-Петербург и клуб «Академия Камелот». Рекорд бойца. 4 победы, 0 поражений. Приветствуйте из России Жасурбек Сабиров! И его соперник – боец в красном углу. Ему 37 лет, рост 178 сантиметров, вес 69 килограммов и 500 грамм. Представляет московский клуб «Гор ММА». Профессиональный рекорд бойца. 14 побед при 4 поражениях. Из Бразилии встречайте Магно Асаи Сантос! Рефери в октагоне Артем Алексенко. Итак, легкая весовая категория. Жасурбек Сабиров против Магно Сантоса. Жасурбек в синем углу, в красном. Сантос. Смотрим. По левши с клетки. Сразу же Сабиров переходит к активной работе первым номером. Пытается провоцировать соперника. Ну, неплохо. Давит сейчас Сабиров. Мало пространства за спиной у бразильского бойца. Да, здесь с первых же секунд чувствуется, что совсем иное настроение у Жасурбека, нежели предыдущего противника, у Амари Брой было поединки против Магно. Здесь Жасурбек с позиции агрессора начинает работать с первых же секунд. Но Сантос отстреливается и показывает при этом неплохую скорость. А Жасурбек откровенно выцеливает своего оппонента. Это было очень быстро, и отдадим должное Магно. Он успел среагировать, и удар. Пришелся мимо цели. Да, это было действительно молниеносно. Опять левая нога в деле у Жасурбека. И Сантос начинает огрызаться. Что случилось с ногой? Или нет? Упреждающий удар. Там, судя по всему, потерял равновесие Сабиров, но Сантос не стал его преследовать на настиле. Бразилец этот нокаутер предпочитает сражаться в стойке. Да, причем такой нокаутер тактик. Опять же, он умело проваливает на себя соперников при необходимости. Здесь пока ждет. Сабиров здорово пробивает слева. Очень жестко. Все видит явно быстрее Жасурбек. Пока быстрее. Ну и задача Магно Сантоса, естественно, в такой ситуации оппонента замедлить. Но для этого он пробивает многочисленные лоу-кики, пытается встречать ударами по корпусу. Но Жасурбек пока что выглядит просто потрясающе. Двойка от Сабирова. Здесь все он видит. Отступает, да. Реакция отличная. Сантос пока находится не совсем в своей тарелке. Позначил дистанцию. Магно. Ой, Сабиров дергает. Дергает. Очень много финтов, мало ударов. Старается Сабиров работать наверняка, но очень опытный Магно Сантос. И вообще поединок складывается таким образом, что чем возможно все идет до одного единственного удара. Слева должен зацепить, и Супермен Панч в ответ от Сантоса. Красиво работал сейчас бразилец, причем Супермен Панч он проводил, используя сетку в качестве опоры. Еще порция обманных движений. Нет, ноги не прихватывает. Жасурбек Сабиров. Сантос теперь работает в стойке правши. Сабиров остается в левше. По-прежнему давит. Такой нервный поединок, но он держит напряжение. И вот сейчас чуть было не поймал правым снизу Сабиров соперника. Ну и Сантос тоже молодец. Постепенно пристрелялся. И все чаще и чаще у бразильца начинают проходить правые мидл-кики. Сейчас хорошая комбинация. Правый в голову, левый по корпусу от Сабирова. Стойку не меняет Жасурбек. И опять на подшаге. Левый по корпусу. 18 по ударам к этой секунде. Действительно, все довольно близко. Но инициатива
в большей степени за Сабировым. Клёстко наотмашь ногой пробил. Чуть больше минуты. По-прежнему в зеркальных стойках работают спортсмены. Левая рука отлично работает у Жасурбека на протяжении практически всего раунда. Цель по-прежнему превосходство в скорости на стороне Сабирова. Последняя минута. Вот так с разножки, очень коротко, практически с места выбросил удар Жасурбек. Но пока что не верит Магнус Сантос во все эти финты. И работает по ситуации. В основном ему удается или блокировать удары, вот как сейчас, пусть даже в последний момент, пусть даже подставляя плечо. Но все-таки справляется с феноменальной скоростью Сабирова Магнус Сантос. Рубящий удар от бразильца, затем по корпусу еще одно попадание от Сабирова. Все-таки смею предположить, что в первом раунде Жасурбек был поточнее. Побольше он сделал. И если сможет в таком темпе отработать еще 10 минут, то может все сложится и удачно для Сабирова. Пока перерыв. Напоминаем, что в главном поединке вечера Дмитрий Андрюшко против Виктора Клюева. Тяжелая весовая категория. Этот бой нельзя пропустить. Как и то, что мы сейчас с вами смотрим. Очень все интересно, очень близко. Жасурбек Сабиров против Магнуса Сантоса. В стойке прошел первый раунд. Все очень динамично. Сантос парень непростой, но и Жасурбек очень круто смотрится. Потрясающая скорость для легкой весовой категории. Причем и двигается отлично Сабиров. И очень техничный парень, чувствительный. Самый супермен панч с отскоком от сетки в исполнении Сантоса. Ну и Жасурбек, это все-таки прям настоящий атлет. Он огромный любительский путь прошел в разных дисциплинах, в том числе и в ММА. И только потом уже начал двигаться в профессиональном направлении. Сейчас ему 26 лет, он практически подошел уже к своему пику. Так, второй раунд, поехали. Сразу же прессинг от Сабирова. Финт бедром от Магно. Обратите внимание на статистику. Подавляющее большинство ударов у Сабирова – это удары руками точные, а у Сантоса – ногами. Пытается зажать у сетки Сабиров соперника, но опытный Сантос понимает, что лучше взорваться серией ударов, пусть даже и не точно, но зато можно таким образом отогнать от себя оппонента. Тем временем хороший лоу-кик сейчас был от Сабирова. И сразу же двоечка. Полу-лоу-кик, полу-подсечка. Но вот так вот, когда напирают у Сабирова, получается еще лучше уже Жасурбека. Да, да. То есть он сразу включает левую руку. Несколько было попаданий по печени. И у нас вот мы часто говорим о том, что подавляющее большинство бойцов вот по ходу боя или работают, чувствуют себя комфортно первым номером работая, либо вторым. Даже такой человек, как Адесанья, не умеет перестраиваться. А Жасурбек Сабиров, как мы видим, первым номером смотрится очень неплохо, а вторым номером работает еще лучше. Он сейчас опять начинает прессинговать. Жасурбек бросил эту затею Сантос. Хлесткий удар по животу. Да, в тайской манере работать не проблема для Жасурбека, если нужно. Но и пока ведь получается... О, по печени! Да, просадил. Все, это нокаут! Да! Вот это да! Пушечный удар по печени заходит у Жасурбека Сабирова. И он нокаутирует Магда Сантоса. Просто через полторы минуты какой-то после начала. Вот это монстр! Поздравляю Жасурбека Сабирова с этой блистательной победой. Смотрим еще раз. Бам! Просто Жозе Альдо. Ни больше, ни меньше. Абсолютно гастерский нокаут получился. Невероятное выступление. Жасурбек по-прежнему сохраняет 0 в графе поражений. И... Но он перерубил, переиграл.
пробовал разные варианты и везде был лучше. Так. При этом нельзя сказать, что Сантос сегодня выступал там в роли там мальчика ребятя. Нет, он отлично готов. Он тоже много чего выбрасывал, активно работал. А вот это призывание было делом техники. И вертушку увидели. Вы смотрите прямой эфир на телеканале MMA-TV.com. Выражаем благодарность энергетику Positivity за помощь в организации и проведении турнира MMA серия 73. На очереди.